Более 1 миллиона рублей в год планирует сэкономить Чебоксарская мэрия на электроэнергии. В столице республики 885 светильников заменят на энергосберегающие. Этот процесс проходит в рамках модернизации сетей уличного освещения. Лампочки Ильича скоро канут в лету. Старые светильники меняют на современные с натриевыми и светодиодными лампами на общую сумму 5 миллионов рублей. В прошлом году заменили светильники старого поколения в частном секторе, дошкольных учреждениях. Сейчас меняют в скверах и общественных пространствах. В парке Лакреевский лес установлены 88 новых светильников. Смонтировано более 1000 метров изолированного провода. Стоимость работ более 1 миллиона рублей. Также заменили подсветку в сквере Екатерины II. В будущем пройдет реконструкция сетей наружного освещение на улицах Мичмана Павлова, Университетская, Гражданская, Николаева, Коммунальная Слобода и других.